Все, значит, здравствуйте, на связи я, Бандитус. Сегодня я вам расскажу о том, как все-таки вступить в армию на таком проекте, как на Mass Roleplay. Ну что ж, не будем задерживать сначала, переходим к самой сути ролика. Добрый вечер, товарищ призывник. Здравствуйте. Ранее повестку брали? Повестку я еще не брал. Хорошо. Значит, поступаем так же, идем за мной. Значит, подходим к данному персонажу в кепке, после чего лучшая информация, уже нажимаем второй пункт, пройти медкомиссию, подходим к первому столу, получаем анализы, после чего подходим ко мне. Для начала, перед собеседованием, вы должны, то есть, пройти медкомиссию, как раз таки у врача, он будет находиться в военкомате, вас просто товарищ военком присылает к этому врачу и говорит, что вам нужно сделать, после чего он вам делает медкомиссию, узнает, какие у вас болезни, если у вас вообще есть какие-то болезни, он их сразу лечит. После чего, когда вы уже прошли медкомиссию, вы переходите к собеседованию, вот как раз таки как проходит само собеседование. А, хорошо, товарищ призывник, пожалуйста, паспорт ваш и лицензии. Паспорт в правом кармане куртки, сунул руку в правый карман куртки, после чего нащупал паспорт, затем резким движением руки достал паспорт из кармана и передал человеку напротив. Правой рукой потянулся к человеку напротив, после чего взял паспорт в руки и положил на стол в развернутом виде. Хорошо, лицензии, пожалуйста. Лицензия находится в правом кармане штанов, после чего сунул руку в правый карман штанов, затем нащупал лицензии и резким движением руки достал лицензии из кармана и передал человеку напротив. А правой рукой потянулся к человеку напротив, после чего взял лицензии и положил их на стол. А, хорошо, присядьте, пожалуйста. А вот за информацию вставай. Вот за информацию вставай. А вставать, товарищ призывник. Хорошо, пройдемся по аббревиатурам. Что по вашему СВ? Сухопутные войска. А что по вашему ВЧ? Воинская часть. А что по вашему РК? Республика Казахстан. А, хорошо, товарищ призывник, проходите в дальнюю комнату, занимаем место около ящика и ожидаем окончания призыва. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также напоминаю, что я играю на MaskRP на 03 сервере, всех буду ждать. И все ссылочки, как обычно, находятся в описании и в комментариях под моим видеороликом.